Balcony TV. Всем привет, с вами Balcony TV Санкт-Петербург. Меня зовут Аня, а у нас на террасе отеля «Три моста» в гостях музыкальная артель «Этно Рум». Привет, ребят. Привет. Здравствуйте. Как ваши дела? Дела отлично, главное, что хорошей погоды, нет дождя, поэтому мы здесь, и дела уже хорошо. Это точно. Музыкальная артель, дорогая, что вы споете нам? Мы споем народную песню, которая называется «Заря», вот, но мы ее споем в своей обработке немножко, вот. Но мы хотели бы еще, чтобы Зоя рассказала немножко про песню, откуда она и народная песня Новосибирской области из села Балман. Она на самом деле в архаичном варианте звучит очень медленно, тихо, и хоровод вводит такой пульсирующий, медленный. Но мы ее стилизовали, переделали. У нас тоже пульсация идет, только чуть поживее. Прекрасно, ждем с нетерпением. Начинайте. Заря моя, ты зорь.
игранные раскачки, пляски все доплясанные. Спасибо. Вам спасибо. Первый вопрос, который меня очень сильно волнует, в чем разница между группой и артелью? Ну, группа — это когда, значит, вот люди вот, они собрались и каким-то магическим образом решили делать музыку с самого начала, как бы. А артель — это как бы объединение музыкантов, не могут появляться новые музыканты. А магия вот. Есть у вас? Магия тоже есть. Ну да, мы заметили, на самом деле, магию. Мы стараемся. Да. Расскажи еще раз село, о котором ты говорил. Да-да-да, это где-то в Сибири, да? Да, это в Куйбышевском районе Сибири. Как дошли вообще ваши музыкальные интересы до этого села? Как случилось так? Ну, на самом деле, это известная песня среди... В узких кругах. Нет, не в узких кругах, а среди людей, интересующихся традиционной русской культурой. Она очень известная, популярная, ее практически на всех праздниках, народных гуляниях поют, играют. Многие коллективы, занимающиеся фольклором в консерваториях, или вот как мы, исполняют эту песню. Отлично, спасибо большое, очень интересно было, очень рада вас всегда здесь видеть на этом балконе. Спасибо, что вы есть. Увидимся снова скоро. Спасибо, отель «Три моста», за площадку. Пока-пока.